феврале прошлого года был утвержден первый национальный план развертывания вакцинации от COVID-19, который был разработан при технической поддержке Всемирной организации здравоохранения и ЮНИСЕФ. Позже, в августе того же года, план был обновлен с учетом отработанного опыта по вопросам вакцинации в мире. На сегодняшний день Министерство здравоохранения разрабатывает новый, третий национальный план развертывания вакцинации от COVID-19. На сегодняшний день с новыми задачами, которые ставятся по вопросам вакцинации в мире, разрабатывается новый третий национальный план по развертыванию вакцинации в Кыргызской республике. Отметим, что за прошедший год в республику поступило в виде гуманитарной помощи и было закуплено более 6 миллионов доз вакцины. Кроме того, на складах Минздрава на сегодняшний день остается запас из 4 миллионов 700 800 вакцин. В рамках обновления плана упор планируется сделать на подростков и граждан, не получивших бустерную дозу вакцины от COVID-19. Будем рассматривать, пересматривать нашу целевую группу согласно стратегии ВОЗ. И от общей численности населения это будет более 4 миллионов человек. И сейчас над этим мы работаем. Минздрав предложит свою целевую группу. А для формирования точных статистических данных был внедрен единый реестр вакцинированных лиц против COVID-19. Кроме того, была развернута активная информационная кампания о необходимости прохождения вакцинации. Вся суть информационной кампании заключается в изменении отношения граждан к вакцинации с целью защитить наибольшее количество людей от коронавирусной инфекции. Каждый материал, публикуемый на официальных каналах и страницах республиканского штаба по COVID-19, проходит несколько этапов проверки и согласования для обеспечения максимальной точности медицинских рекомендаций. На сегодняшний день в системе заведено более 2,7 миллионов записей. Сформировано более 1 миллиона сертификатов о вакцинации. Также в Кыргызстане в этом году построят дополнительный склад для хранения вакцин от COVID-19. Сегодня в Республиканском центре иммунопрофилактики есть склад объемом 90 кубических метров. При поддержке COVAX планируется построить дополнительный. Место строительства уже определено. В скором времени будет объявлен тендер. Аманай Исраилова, Руслан Сабатаров, АЛАТО 24.